Привет, вы на канале Дина Рай, и сегодня я делаю три прически на манекене, которые мне подарили на день рождения. Вот такая косоглазая девочка с очень хорошими и довольно-таки длинными волосами. Они у нее хорошего качества, такие красивые, золотые. Вот. И чтобы их можно было проще расчесывать, посоветую вам вот такой спрей для расчесывания «Маленькая модница». Он подходит как для настоящих волос, так и для искусственных. Что ж, начнем с расчесывания. Чтобы волосы не были очень запутаны, мы их осторожно причесываем. Особенно смотрите за кончиками. Вот так. Все эти прически будут начинаться с хвоста, поэтому сейчас я завязываю совсем не тугой хвост, потому что если его завязать тугим, то волосы просто запутаются в резинке. А у манекена волосы не отрастают, к сожалению. Ой. Вот так мы завязываем хвостик. Вот так. После того, как вы завязали хвостик, по желанию, можно еще раз чуть-чуть подрасчесать волосы, потому что, когда вы их перетаскиваете, они запутываются сильно. Ну, вот так мы их подрасчесали. И начинаем. Мы берем прядочку с одной стороны по длине волос, чтобы она была не очень короткая. Вот, по длине волос прядь берем. И с другой стороны берем тоже прядь по длине волос. Вот, у меня такие пряди я взяла. Сейчас вот. И я каждый раз чуть-чуть вот так расчесочкой прохожусь, чтобы волосы не лезли мне. Вот такие у меня две пряди. И мы просто заплетаем косичку. То есть, как обычно. Только у нас пряди разного размера. Раз, два... Раз. Получиться должно красиво. И вот все эти три прически подходят для школы. Потому что у многих в школе не разрешают ходить с распущенными волосами. Вот так. И второй резиночкой внизу завязываем. Ой. Я возьму сейчас другую. Так. Ой. Так. Мы вот так завязали. У нас получилась вот такая вот, скажем так, косичка. Вот. Спереди это просто смотрится, как обычные волосы, которые назад. Можно развернуть. Вот. Такая вот с виду, как будто тут просто хвост, который обмотали ленточкой. Ну, вот такая практичная, быстрая и хорошая прическа. Поэтому я распускаю и поехали дальше. Для следующей прически нам понадобится много резинок. Мы оставляем верхнюю резинку хвост. Волосы следим. И теперь мы вот эту резинку подспускаем и наверху делаем дырочку такую, понимаете? Вот. И в нее мы протаскиваем наш хвост весь. Так, у нас половинка. Вот так. И приподнимаю чуть-чуть. Дальше мы просто завязываем хвост следующий на нужном нам уровне. Вот так вот, допустим. Вот так вот. Тут волосы все время потихоньку путаются. Вот так вот. Сделали дырочку.
и опять протащили в нее этот хвостик. И последнюю резинку, у меня тут помещается всего 3, так как волосы у нее не слишком длинные. Вот тут где-то примерно. Чтобы еще осталось что протаскивать. А то не останется что протаскивать. И вот так. Ой. Вот так протащили. И получилась вот такая хорошая, красивая. И опять же, быстрая прическа для, может быть, школы, университета, работы. Даже если вы еще ходите в детский сад, то все равно подойдет.